Да, причем, бля, я дурю. Спокойно, дихнул на полные легени и протягом 5 секунд себе дует, пока я не скажу стоп. Мало, это не было 5 секунд. Почекайте, почекайте, не спешите. Братан, ну ты мне. Дивіться, я буду считать. Раз, два, три, и тогда до 5, да. Раз, два, три, все. Да. Не можно, я выйду достаточно прямо. Допустимо норма 0-2 програва. Бля, не закриваю. Ну ні, я ж нічого не маю. Скільки там? Так, почекай. 1,78 проміля. П'яне ДТП произошло на вулиці Дегтярьовской. Шкода Фабія догнала грузовой Мерседес, который перевозил хлеб. Мы видим, что Шкода Фабия врезалась очень серьезно, потому что ехала очень быстро. За рулем пьяный водитель, которого сейчас алкотест по 1,78 показал промилле. Значит, влетел от удара, Фабию откинула назад на 10-15 метров. От удара Фабии сработали подушки безопасности, которые и спасли жизнь этому горе-водителю, который сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Ну, алкотест это уже показал. Леонид! Для тех, кто только подключился к нашему эфиру, расскажу о том, что пьяное ДТП произошло на улице Дегтяревской. Авторазвязка Шкода Фабия догнала грузовой Мерседес, который перевозил хлеб. Шкода врезалась в заднюю часть Мерседеса, фуры, и от удара откинула метров на 15 назад. Ну, мы видим, сейчас общается водитель Леонид, который уже прошел алкотест, который показал более 1 промилле. Значит, от удара сработали подушки безопасности, которые спасли ему жизнь. Пытаются составить протокол. Пока водитель вспоминает свои номера своей автомашины, подойдем к Мерседесу, чтобы увидеть, в какую часть врезался Фабия. Доброй ночи. А вы водій Мерседесу. А будь ласка, расскажите, звідки, куди ви їхали та що потім трапилось? Ну, я працюю на Київтрансполісі. Так, що ви везете? Хліб везете, так? З Антона Цядіка віз на Борисполь. Так. Виїхав, проїхав, скільки я проїхав, кілометрів 5. Догнали так і машину. Почув удар. Різко. Встановився, прийняв право, вийшов, дивився, стоїть машину. Я просто зеркало не побачив, я не зрозумів, що я. Вліво зразу зеркало подивився. Підійшов, бачив він везли машину. Кажу, всі живі, він каже, я сам. Цілий, так. Трамвай встановився, визвали з водителем трамвая. Міліцію. Полицию? Да, полицию. Ну все, полиция. Что вы скажете за стан водителя Фабии? Я
не можу нічого сказати, просто я пішов дзвонити керівництву, нам треба теж оформити страховку, це все. Під'їхала поліція, і вони забрали його машину, дивилися. Так, бачу, говорять, що по драгеру показав драгер, що був в стані автомобіля. А які показники драгера? 1,70, що-то там 8. 1,7. 1,7. Добре, дякую вам. Ну вот место удара. А место удара где? Это с этой стороны? А с этой? А, да. Фабия сбила фонарь. Госномер, да. Ящик для инструментов. Для тех, кто только подключился к нашему эфиру, расскажу, что мы находимся на улице Дегтяревской, это авторазвязка. Значит, здесь Шкода Фабия таранила сзади Мерседес грузовой, который перевозил хлеб. От удара Шкоду Фабия откинула назад на 10 метров. Мы видим, что... Ну, 10-15 метров. Мы видим, что передняя часть Фабии практически... разбито полностью. От удара сработали подушки безопасности, которые сохранили здоровье водителю Леониду. Прибывшие на место полицейские провели алкотест, который показал более 1 промилле. Значит, идет оформление этого ДТП, мы остаемся на месте. Подробности смотрите в вечерних новостях телеканала ЧП-Инфо в 19:00. Берегите себя.